В городе Армавире состоялись тренировочные пожарно-тактические учения на объекте городской дворец культуры. Цель учений – отработка навыков персонала по эвакуации людей, а также отработка действий руководящего личного состава Армавирского пожарно-спасательного гарнизона по тушению пожаров на культурно-досуговых объектах с массовым пребыванием людей. В ходе учения личный состав с поставленной задачей уверенно справился. В учениях было задействовано 37 человек личного состава, а также 8 единиц техники.